омских студентов начался третий трудовой семестр. В День России 12 июня состоялось торжественное открытие третьего трудового семестра студенческих отрядов Омской области. На стройках страны, в педагогических, путинных отрядах, отрядах проводников будут трудиться свыше 4000 омских студентов. В юбилейный для омского студотрядовского движения год был создан губернаторский стройотряд. Не знаю, к счастью или к сожалению, сейчас такая тенденция, что большинство отрядов, они все-таки выездные у нас. И очень хотелось бы, чтобы больше работали как раз в нашей области, на благо нашего региона. Поэтому была такая идея сформировать именно губернаторский отряд, который бы занимался значимыми объектами в городе Омске. Те, кто любит трудиться, сегодня символично встречаются у памятника труженикам тыла. Всего более 600 юношей и девушек. Все в форме бойцовских синих куртках. Студенты творчески подошли к выбору названий своим отрядам. Здесь можно было увидеть ребят из отрядов «Сердце Сибири», «Дикий шпатель», «Громовержцы», «Стройняшки». Сегодня, пожалуй, самый знаменательный день вообще в принципе в жизни студенческих отрядов – открытие трудового сезона. И я считаю, что вот именно сегодня начинается какой-то определенный этап в жизни каждого студента, когда он отправляется на свой трудовой семестр. Ну, это начало какой-то определенной маленькой, такой скромненькой, но все равно важной жизни. С приветственным словом обратился губернатор Виктор Назаров. По словам главы региона, с участием студентов в области построено множество производственных, инфраструктурных и культурных объектов. Более 4000 ребят в этом году уходит на стройки. Это вожатые, это проводники, это путина. Это, наверное, знаете, то начало, которое даст новое направление для развития инициативы молодежи. И я считаю, что это очень здорово. Поэтому я только за то, чтобы строительные студенческие отряды возрождались. Бойцов омских отрядов в этом году планируют занять на стройках, посвященных 300-летию города Омска. Это поликлиника, детский сад, все объекты, которые сегодня строятся. Есть и те, кто разъедутся по крупным строительным площадкам по всей России. Командирам зональных штабов, строительным, педагогическим, сервисным и путинным отрядам, а также отрядам проводников вручили путевки на рабочие объекты. Сезон 2014 открыт.